Приветствую вас. Собственно говоря, я не очень так же, как и, вероятно, мой коллега, да, я не очень понял, в чем именно вам помочь, какой конкретно помощи вы от нас хотели бы. Вот, потому что вернуть человека действительно мы не можем. Вот. Я думаю, что у вас, например, момент любовной зависимости, вы говорите, что живете его жизнью, вы говорите, что ни о чем не можете думать, как бы здесь вы, собственно, его жизнь, да, ставит выше своей. Вот. И, на мой взгляд, ключевая проблема, она, если есть, то в этом. Именно в том, что вы готовы отказаться от своей жизни. Вот. Достаточно легко, как будто бы, и поставить на пьедестал, собственно говоря, жизнь другого человека. Вот. А возможно, это может быть только в одном случае, вот, в случае, если вы не слишком интересной жизнью живете. Вот. То есть, как бы, вот идея, она в этом. Вот. В том, что вам ваша жизнь не очень интересна, то, что вы себя не очень без человека хорошо чувствуете, то, что вы, вот, может быть, как раз к себе как-то вот относитесь не очень хорошо и как бы чересчур важно для вас быть с кем-то, быть, вот, например, да, с товарищем вместе, как раз, вот. При этом не особо, да, вот, ну, не особо вникая в то, хочет ли он, там, грубо говоря, там, с вами быть, может ли он, там, грубо говоря, с вами быть, есть ли у него, грубо говоря, такое вот желание, вот, и так далее. То есть момент здесь такой. И он достаточно, этот момент, ну, важный, как мне кажется, достаточно деликатный, как мне кажется, и достаточно мало, как мне кажется, вы ему уделяете времени, уделяете ему внимание. Это мой вопрос. Вот. А вот такой ответ, в принципе, я мог бы вам дать. Пока что. То есть что это? Это, в первую очередь, работа над самооценкой, это, в первую очередь, перенаправление вашей энергии с мужчины, да, на себя, потому что сейчас себе практически вы не уделяете никакого внимания от слова совсем, от слова вообще. Вот. А дальше уже смотреть, куда вы можете двигаться, чего вы можете хотеть, чем вы можете интересоваться, вот, и так далее. То есть это вот такие вот аспекты, ну, на мой взгляд, мне хочется верить, что аспекты это
достаточно важный. Вот, достаточно важный для, там, допустим, вас. Вот, достаточно важный, там, для того, чтобы вы на них обратили свое внимание и подумали об этом, например. Вот, а, значит, мужчина, он показал и продемонстрировал, что вас в его жизни слишком много. Вот. А, хорошо это или плохо, мы сейчас в расчет не берем, потому что это... Ну, не знаю, понимаете ли вы это или нет, но это не так важно сейчас, правда ли это или нет. А важно немножко другое. Важно то, что его вот фактически не устраивает. То, как вот складываются ваши отношения. Вот. Ну и ваша реакция, в свою очередь, тоже... Когда вы демонстрируете ему, да, что вы, может быть, в большей степени обращаете свое внимание на себя, как бы, с ним, вот, а не на него, вот. И это тоже может быть серьезной проблемой для него, вот. Понимаете, да? Поэтому я бы здесь именно на эти вещи попытался бы обратить внимание, вот, именно на эти аспекты. Вот, ну и это, конечно, вот помимо того, что вы говорите вот про то, что не можете ни о чем думать, да, кроме него, про то, что живете его жизнью и так далее. Это вот, ну, помимо. То есть, помимо этого. То есть, это вот само собой. А вот еще помимо, я вот хотел бы на эти вещи обратить ваше внимание тоже. Потому что мне это кажется важным. Вот, вот как-то так, пожалуй. Дальше, значит, вам для чего-то очень нужны отношения. То есть, ну, у меня вот такое ощущение, да, что как будто вот через чур сильно вы нуждаетесь в отношениях, вот. Как будто вам прямо очень сильно они нужны. Подобно, как мне кажется, чрезмерная заинтересованность вызывает вопрос. Не в том смысле, что вы делаете что-то плохое. А в том смысле, скорее, что вы себе вот в данном случае просто как будто бы мешаете сами. Вот. И вам бы свои желания, может быть, понять лучше. Вот. Если вы свои желания поймете лучше, если вы свои желания увидите лучше, вот, то и отношения у вас получится выстраивать куда более гармонично и легко, потому что будет меньше заинтересованности
и, ну, больше будет такого, знаете, достоинства, больше будет естественность у вас, я имею в виду. И мужчине с вами, в принципе, будет приятно. Сейчас пока, ну, тяжеловато, к сожалению. Тяжеловато и сложнее сейчас вам это делать. Вот как-то так я бы вам ответил на ваш вопрос, потому психологи все-таки не занимаются сватовством, да, не занимаются сведением людей. Вот. Психологи все-таки больше про возможность для человека разрешить свои проблемы. И если вы хотите научиться жить по-другому, например, да, то мы вам с большой радостью поможем. Если вы хотите научиться жить иначе. Вот, если вы хотите там вернуть человека, то здесь, ну, совершенно очевидно, что помочь вам не сможем. Вот. Потому что на это мы не влияем. Но это другой человек, это касается другого человека, и, соответственно, помочь мы вам не можем. Вот. Так что решайте сами, как будете вы действовать. Вот, я надеюсь, могу только надеяться на то, что решение вы примете максимально хорошее для себя. Вот, и в свою очередь мы будем рады вам помочь, если вы обратитесь за помощью к нам. Вот. Желаю вам удачи. Всего доброго. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать первичную работу над собой.